В рамках проекта «Как хорошо уметь читать» сотрудники городской библиотеки совместно с руководством детского сада номер 39 «Светлячок» организовали экскурсию и лекцию для детей и их родителей. Цель нашего мероприятия – приобщить детей, и в том числе и взрослых, к чтению книг, оторвать их от компьютерного монитора, от планшета, от сотового телефона, чтобы они знали, где находится библиотека, как ей пользоваться, умели выбрать книгу, интересную конкретно для себя. Участники экскурсии узнали, как стать читателем учреждения, как устроена библиотека, сколько в ней книг, как книга производится и как ей пользоваться. Также гости увидели книги, которые изданы более 100 лет назад. В нашей библиотеке в ноябре исполнится 93 года. И у нас есть книги, которые относятся к категории книжные памятники. Мы их бережем очень и очень ими гордимся. Дело в том, что эти книги были изданы 100 и более лет назад. Эти книги попали в нашу библиотеку из личных библиотек Роберта Классона, Крыжановского, Радченко. То есть они, когда открывалась библиотека в нашем городе 93 года назад, из своих личных библиотек книжки нам, вот ну не нам конкретно, да, в библиотеку подарили. И вот я сейчас покажу парочку из них. Это Шекспир, том Шекспира. Книга издана в 1902 году. Специалист Электрогорской городской библиотеки Маргарита Александровна рассказала ребятам об истории возникновения библиотеки и правилах поведения в ней, о самих книгах и многом другом. Заинтересовались ли дети книгами после проведенной лекции? Я так думаю, что дети заинтересовались сегодняшней лекцией, потому что был очень пытливый взгляд, было интересно, слушали очень внимательно. Вообще детская аудитория, она отдает очень быстро свои эмоции, сразу понятно, интересно это детям или нет.